очень простой, когда новосибирцы станут самыми богатыми в мире. Ну, ребят, как потопаешь, так и полопаешь. Как потопаешь на выборах, так и все получится. Приходите, выбирайте тех людей, которые будут думать не о том, что в бюджете надо закладывать деньги на силовые министерства, там, на Министерство обороны. Вот у нас же треть бюджета, она шла на силовые ведомства. Ну, треть бюджета Российской Федерации. Мы выбирали тех людей, которые утверждали вот этот вот бюджет, когда 30% всего бюджета у нас шло там на Росгвардию, на Министерство обороны, на ФСИН и так далее и тому подобное. Оно еще и закрыто, это же все еще и тайно. То есть мы даже не знаем, куда эти деньги уходили. Выбирайте тех, кто будет говорить, мы партия мира, мы хотим, чтобы средства шли не на производство бомб, а на образование и на здравоохранение. Вот если у нас дети будут хорошо образованы и здоровыми, и они вырастут, и они сделают Россию самой богатой страной мира. Будем надеяться на наших детей.